Доброе утро! Как легче всего начать рабочую неделю? Ну, конечно же, с хороших воспоминаний, накопленных в выходные. У кого-то они дачные, у кого-то о встрече с друзьями, кто-то просто выспался. Но я хотел бы вспомнить еще одно событие. В некоторых регионах нашей страны по такому случаю даже перенесли 1 сентября. Ну, как День знаний, конечно. Музыка, танцы, костюмы – все национальное. Ну и, конечно же, угощение. Очередь за ними в центре Перми растянулась на несколько десятков метров. На праздник Курбан-Байрам в мусульманском мире всегда принято накрывать большой и богатый стол и почивать всех желающих вне зависимости от вероисповедания. Мы почитаем этот праздник, для нас он очень, так сказать, близок. Мы каждый год его отмечаем в кругу своих близких, а в этом году мы решили посвятить этот праздник публичному мероприятию. Поэтому вот оказались здесь. А еще в этот день принято совершать полное омовение, надевать все самое чистое и, конечно же, поздравлять друг друга. Дорогие друзья, от имени представителя президента компании «Лукойл» Пермского края Олега Владимировича Третьякова и всей многонациональной семьи Лукойловцев Прикамья поздравляю вас с праздником. От себя лично и от лукойловцев желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения. Кадырлы Салар, байрам билен сизни. К слову, в следующем году Курбан-Байрам мусульмане отметят в конце августа. Связано это с тем, что в мусульманском календаре 12 лунных месяцев и всего 354 дня. Поэтому ежегодно происходит смещение всех праздников по светскому календарю на 10-11 дней. А марафон в эти выходные, возможность покорить свой виртуальный Эверест показалась настолько притягательной многим пермякам, и не только, что бежали тысячи человек. Один мой знакомый решился бежать 20 километров практически без подготовки. И эта история без хэппи-энда. Марафон – такое дело, к которому нужно было готовиться. Вот вам и телевидение. Работа, которая заставляет побегать. Да как? Светлана Глазунова, юрист телекомпании «Ветта», заняла первое место на дистанции 10 километров среди женщин старше 30. В общем зачете на этой же дистанции она стала 10-й. И это уже не первый ее спортивный успех. В осеннем марафоне в Перми в 2016-м Светлана заняла 3-е место в общем зачете на 10-километровой дистанции. А в 2015-м на кроссе наций наша коллега также поднималась на пьедестал почета, попав в призера на дистанции 4000 метров. Исполняющий обязанности губернатора месяц тренировался, чтобы преодолеть свою дистанцию. А всего в первом пермском международном марафоне приняли участие порядка 5000 бегунов. Подробнее расскажем и покажем сегодня в «Вечернем Вестнике». Если вы думаете, что все, пробежали и успокоились, не тут-то было. 16 сентября в Перми, а также в Соликамске, Чусовом, Лысве, Чернушинском, Верещагинском, Красновишерском, Кудымкарском, Осинском, Горнозаводском и, да, и в Александровском районах пройдет Всероссийский день бега кросс-нации. Ожидается, что в нем по краю примут участие более 14 тысяч человек. Кандидаты подвинули футболистов. Из-за того, что 10-го выбора матч между пермским «Амкаром» и московским «ЦСКА» перенесли на 8-е число. И не думаю, что это потому, что футбольные болельщики составляют основу электората. Ну, а так, наверное, на всякий случай. Избирательные участки в день выборов будут открыты с 8 утра до 22 часов. Если во время выборов вы будете в отъезде, теперь не нужно ехать на место своей регистрации, чтобы получить открепительное удостоверение. Теперь жителю Пермского края достаточно написать заявление о желании проголосовать на любом удобном избирательном участке, где он будет находиться в день выборов 10 сентября. Это можно сделать через любую избирательную комиссию или многофункциональный центр «Мои документы». Вся процедура занимает не более 10 минут. Крайне срок подачи такого заявления – сегодня. Если вы испортили бюллетень, можете обратиться к членам избирательной комиссии с просьбой выдать новый бланк. Испорченный бюллетень незамедлительно погашается. От него отрезается левый нижний угол, и избирателю выдается новый. При подсчете голосов испорченный бюллетень не учитывается. Также не учитываются бюллетени неустановленной форме. Это обнаруженные в ящиках для голосования разорванные бланки или те, у которых нет печати, марки, подписей двух членов комиссии. При этом наличие каких-либо надписей или рисунков, сделанных избирателями,
избирателям на бюллетене за пределами клеточек для голосования не имеет значения. А вообще выборы – это не только важно, это еще и круто. Ну да, взрослого человека таким критерием сложнее, конечно, привлечь на участок. Ему, понимаешь, избирательную программу подавай. Но ведь все приходит с опытом. Сейчас главное, чтобы молодежь пришла на избирательные участки. Потом они тоже во всем разберутся. Поэтому можно и фотоконкурс объявить в соцсетях. А одна сеть кинотеатров планирует на участках раздавать флаеры, которые можно будет обменять на билеты в кино. Ну так это еще что? В Татарстане, в лотерее, на выборах можно машину выиграть. И вот она тебе, гражданская активность. Прибыльное дело. Ну а мы поговорим о погоде. С одной стороны, синоптики ожидают в Прикамье холодный сентябрь, а с другой стороны признают, да бог его знает. Вернее, они говорят, долгосрочный прогноз отличается большой степенью неустойчивости. В общем, есть шансы, что во второй половине месяца в регион может вернуться теплая погода. Но уже точно, первое серьезное похолодание началось в Прикамье сегодня и продлится несколько дней. В эти дни температура воздуха может упасть до плюс 6, плюс 12 градусов. Ну, насколько я знаю, у нефтяников не приняты ритуалы с обливанием нефтью даже по большим праздникам. Но как оно на самом деле, мы расскажем уже сегодня вечером. А вообще, День работников нефтяной и газовой промышленности в нашем эфире мы отметим не только сюжетом, но и целым специальным репортажем уже завтра вечером. Что ж, мне на этом остается пожелать всем нам уверенности нефтяников в завтрашнем дне. Оставайтесь с нами.